корабля капитан Турал наверху. А полное водоизмещение более 7000 тонн. Или 80 километров. Скорость полета бомбы 300 метров в секунду. Станция гидрофизическая. 8 ракет в залп может сразу. Пальсадвани исценила. Модын пальсадвани суйтро совету исценила. Дальность стрельбы. ПЭК 30 километров пати. Кирпахальсу исценила. Сейчас мы находимся в носовой оконечности корабля. Вот. Ракеты «Калибр» доказали свою боевую мощь. Циркон у нас поставлен в прошлом году на вооружение. И с этого года он уже пойдет в серийное производство, идет уже в серийное производство. Внимание, ГКП! Находимся на главном командном пункте. Корабль находился в дальней морской зоне в районе Гавайских островов. В составе отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота. Товарищ председатель, рулевой управляет кораблем по курсу. Это маска. Как задается руль? Автоматически или на масле, да? Не, автоматически. Вот это подводный лодок. Да, это показывали у нас.